все-таки решилась на более полное, расширенное письмо о своих ошибках и изысканиях. А ведь понимаете, как ни одной трудно ей вот это расширенное отвечать. У меня для этого 5-10 писем, и у меня неделя выпадает из жизни. Я вначале так делал, а теперь решил так. Отвечу на вебинаре. Читаем. Вот на этом фото чудо-яблонька, которое растет у меня уже 9 лет. Это интереснейшая тема. Ребята, у вас миллионы таких растет. Сейчас объясню, почему они такие. Миллионы погибли, а миллионы еще держатся. 9 лет, смотрите на фото. За это время что с ней только не происходило. И вымерзала, и была обедена мышами. Выжила, а вот роста никакого. Плодоносит каждый год, но я догадываюсь по одной штуке. А нет, завязывается до 5 плодиков. Но впоследствии излишки сбрасывают. Кстати, я к тем, кто ненавидит ветки у деревьев, считает, что их сильно много. Вот. Опа, телефон, сейчас извините. А это один из примеров. А нет, давайте дочитаем потом мои мысли. Вот и нынче остался лишь один, но достаточно крупный для такой малышки. 9 лет. У меня за 9 лет, хотелось бы сохранить сорт, но где взять жизнеспособный черенок? Прирост нынешнего года меньше 20 сантиметров. Погибает, понимаю, жаль. Думала, что вырастет из семечек. Можно получить тот же сорт, но вы в одном из вебинаров сказали, что из семечки может вырасти обыкновенный дичок. Стоит ли тогда с этим возиться? Давайте бесценные фотографии, бесценные вопросы. Касается миллионов или хотя бы половины из тех, кто меня сейчас слушает. Итак, первый момент. Где взять черенок? Так как здесь, можно еще взять прививку почкой. Как-то выделить один. Но шансов, видите, это плодовая ветка. Сразу говорю, у вас растет не саженец, не дерево, а растет плодовая ветка. Вот она такая есть. Вот ее взяли почку, отрезали, вырезали, называли это окулировкой. Вот. Могли, в принципе, и добиться этого же и окулировкой, то есть черенком могли. Вот. Но тут наступает такой момент. Немножко погадаю, но что получается? Про ответ на вопрос. Если вы уже от этого огрызочка, от этого микроскопического саженца отрежете половину, он может выбросить побег. Сейчас я вам найду нечто похожее. Вот то, что случилось у вас, вот это просто как везет мне. Я только сейчас сообразил, обратить внимание. То же самое. Вот это была почка. Вот она была здесь вживлена. Вот так. Но здесь из-за биологической несовместимости нормальная почка не стала расти, а сразу заплодоносила. Но на третий год она выбросила побег, и его можно было бы взять в работу, и он бы даже бы имел бы уже какой-то более родственные связи с этой яблонькой, чем вот эта почка, вот эта вот, с которой все началось, да? Но я хочу сказать, что только на вот таким на третий год, он, это же третий год, у меня получился побег. А до этого, а вот так и все. И никакого побега, и взять продолжение, взять веточку. Я же испытывал новый сорт, а раз сладкий, надо взять веточку и продлить ему рот. А где взять, ее не было, на третий год появился. У вас, чтобы вот это вот случилось, как вот здесь я говорю, надо так вот раз, вот где-то в районе яблока, и тогда может выбросить побег. Но, на ваш вопрос ответил, следующий момент. У меня таких случаев бывали, и ни одна, ни две, при всем моем умении. Если посадил геопатогенную зону, получаешь вот это. Второе гипотеза, второе, вернее, предположение, что у вас был нормальный саженец, но он растет в геопатогенной зоне, а значит не растет. Вот, это отдельный разговор. Вот, наша песня хороша, я про это... Найдите на моем сайте, найдите в интернете мой фильм, который называется «Спасите наши души». И там увидите подробно это все. Вот это значит, и следующий палец загибаю. Дело в том, что если это прививка почкой, а возьмем метровую ветку, несколько десятков почек, почти все идут в дело. Почти все привитые почкой вырастают, казалось бы, в промышленной
нормальный саженец такой, промышленный в том плане, что годный на продажу. Ну, допустим, высота 5-10 сантиметров, 70 метр. Вот. И он годен на продажу. Вы их купили, допустим, раскупили 100 штук. А по моей статистике, ростовых почек, то есть, которые превратятся, нет, не в дерево, они в лучшем случае превратятся в одну из мощных скелетных веток. То есть, как бы дерево, ну, поменьше росточком будет. Все-таки мы берем боковую ветку, с нее берем почку, а потом, когда она растет, мы выпрямляем, подвязываем кольям и делаем вертикальный побег, получается, о, дерево получилось. На самом-то деле это боковая ветка, боковая почка. Вот. И вот перед вами не просто это может быть боковой, но чем выше берется почка с ветки, а ветка росла все лето. Помните, она весной пошла, побежек маленький со спичкой, потом две спички, потом вот уже она это самое размером с карандаш, а вот на ней уже десяток почек. А ваши почки уже июнь. А ваши почки вот это еще, может, не было вообще в помине. И наконец, вот она появилась. Ее отрезали почему? Почему не как по железу надо брать только нижние? А потому что если даже есть маточный сад, не напасешься. Сергей режет, 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 а потом берет максимум 2, максимум 3 черенка с метровой ветки, стороной выбрасывает. Это система железовая. Хотите иметь настоящий саженец, чтобы потом псковичи, вот как посмотрите в гостевой, прыгали от радости, что саженец-то полноценный, а не вот такой вот урод. Следующий момент. Не каждая почка, заканчиваю эту длинную речь, является, не каждая почка является ростовой. То есть или гепатогенная зона, или не каждая почка ростовая. И третий момент. Она изначально больна, неполная биологическая совместимость. Плодоношение даже у такой малютки, это желание продлить род быстрее, быстрее, там несколько семечек, скорее созреет, упадет, прежде чем умрет. И вот она 9 лет, вот сколько я пальцев загнул, все ваши. Выбирайте сами причину теперь. На этих фото, напоминаю, что вишню бисею мы с вами уже приговорили, как негодный подвой для абрикосов. Я все ищу плодоносящее дерево. Вот. А вот вам опять сюрприз. Но вы уже железовская ученица. Та самая вишня бисея, на которой была привита слива, выписана из питомника Сады России. Помните, я вам показывал огромную плантацию? Не слив, не. И не абрикосов, не. А вот эти вот бисеи. Она вообще съедобная, но вы же попробовали, вот же ваша фотография. Конечно, гадость, я свою вырубил. Она для меня не представляла интерес ни как подвой, ни как съедобная. Ну, наверное, у меня есть что-то посъедобнее. Я не ем яблоки, я не ем абрикосы, я грушами обжираюсь. И сливами, причем сливы венгерки. Вкус детства. Хрустят на зубах. Ой, как они хрустят на зубах, как яблоки. Вот, а это... Делайте, что хотите. Можете смысл оставить, может. Убрать, может убрать. Пока не поздно, пока не поздно. Если места много, пусть растет. Потом, допустим, ну, то есть она не как у меня, что надо вырубать одно, чтобы посадить другое. А, допустим, не мешает, она будет у вас расти. Потом вы залезете в интернет, узнаете, о, да в ней столько питательных веществ, о, да какая-нибудь каротина, да еще какая-то. Чего там только нет. И тогда вы побольше сахарку и варенье. Ну, в общем, дальше это, сами догадайтесь. То есть не спешите вырубать. Главное, что сливу вам не, на ней не видать. Сливу, привитую на бисею, вам не видать. Вот. Но деньги не выбросите, если окажется, что вы ее переработку. А теперь, значит, не выбросили деньги. А теперь перехожу к главному. Я нашла в ближайшей деревне, 65 от Сузуна, где я проживаю, заброшенный школьный сад. Школьный сад, и слово заброшенный. Ужас. Вот. Где растут груши, как оказалось, двух сортов. Одна кругленькая, как ранетка, другая грушевидная. Ну, понятно, что груши растут. Почему такие? Есть их нельзя. Поэтому могли поэтому забросить. Так или не так? Теперь...
Читаем дальше. Самое интересное, что старожилы не знают, когда были посажены эти груши. 78-летняя женщина поведала нам, что училась в школе, они уже плодоносили. Тогда получается им лет 70-80. Так. Похоже, это настоящие реликты. Да, это настоящие реликты. Печально, что деревня на грани умирания. Да, печально. Среди мертвых безжизненных веток на многоствольном и зарытом временем стволе с дуплами и грибами, грибами моими любимыми, лишь одна пара полностью... Спасибо, хоть вы грибы-то не назвали виноватым, что 70-80-летнее дерево доживает свой век. Хоть вы-то... Сколько у этих грибов-ненавистников? Лишь пара полностью... Мне удалось собрать около ведра ценнейших плодов. Это я выделил. Мало того, по деревьям я обнаружила корневую поросль. Ну, во-первых, это могла быть... Вы ее выкопали, посадили, но это могло быть не поросль, а эти самые сеянцы. Вот. Их очень трудно отличить друг от друга, бывает. Но если поросль... Груши такие старые, они могли дать поросль, могли. Вот. И несколько раз за мою жизнь мне такое попадалось. Редко, но бывает. Аккуратно выкопала, посадила картонные коробки. Ну, можно было бы сразу и на место. Что вырастет? Во-первых, с молодой груши может вырасти съедобная груша. Или хотя бы полусъедобная. Во-вторых, подвой готовый. Грушки мои лежат и загнивают в тазу, как у Железова. Часть из них уже окончательно испортилась, убрала, выпустив семечки. Промыла, несколько раз положила сушить. Может, стоит подержать в своей марганцовке? Я не держу. И так хорошо. Вот. Потому что я до сих пор не знаю, но роль марганцовки обезвреживание, а влияет ли она как-то на ее другие качества? Я не знаю, поэтому я на всякий случай ничего не делаю. То есть обхожусь без этого, без обеззараживания. Вы всегда говорите о том, как вырастить семечки костя, когда не делитесь опытом подготовки семян к хранению. Но тут почему не делюсь, потому что нечем делиться. Семечки выковыряла, 3-4 дня у меня они промытые сохнут. Ну, если они чистенькие, то я их даже не мою, это моем в основном косточки. А здесь все-таки груша, семечки. Ну, 3-4 дня посохли. В стеклянную баночку, в холодильник, до стратификации или до высадки. Высадка может быть осенью. При осенней высадке, мой опыт, вот, 200 штук садил, 200 штук, ну, то есть так густо входит, что похоже все, ну, почти все. Второй год сажаю, 200 штук сажаю, не всходит ни одна. На следующий год нужно всходы, такое впечатление, все. Еще один проходит пару лет, я снова сажаю 200 штук. У меня был маленький питомник, я особо не разгонялся. Опять 200 штук сажу, не всходит в этот год, жду, ничего страшного. На второй год не всходит и никогда не всходит. Три варианта при осенней всхожести. Много всходит, вообще не всходит, год спустя всходит. Вот три варианта. Поэтому осенняя посадка – это кот в мешке. Вот, допустим... Лучшие варианты там, где много снега. А у меня все-таки безснежье. Это очень сильно влияет на всхожесть. То есть в одном случае это помогает там перепады. Плюс на минус. Мало снега. А в другом случае мешает всхожести. Поэтому придумана стратификация. Значит, еще раз говорю, по стеклянным баночкам хранение тогда, если не до осенней высадки, то хотя бы до стратификации. Вот все, видите, тут. Поэтому я никогда и не делюсь опытом. Тут что делиться-то? В стеклянной баночке. Фух. Так, ну что. Вот это очередной мой праздник. Наталья Ефимова пишет письмо Сергею. У нас путает, попало ко мне. Впервые зацвел, дал урожай, полученный 24 года назад, саженец персика хасанского. Так, догадайтесь, где она живет, еще нет. На фото хорошо видно, какие вырасти плоды, они абсолютно спелые, душистые, косточка отделяется. И хочу спросить, как правильно поступить с косточками? Посеять прямо сейчас, посеять под зиму или сертифицировать холодильник и посеять весной?
Ну, получилось так, что тут я уже фактически ответил на этот вопрос. Вот, насчет, у вас теперь головная боль, у вас никогда сроду не было персика, вы можете персик купить на рынке, можете купить в магазине, можете его съесть, кочку выпрыгнуть, посадить. Замерзнет 100%.